Всем привет, дорогие друзья, с вами Ваня48ка, и сегодня я отправлюсь вон в ту комнату страха, но одному мне туда идти очень страшно, и поэтому я пойду туда с каким-нибудь Чикеном. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь, ведь ролик получился очень интересным, ну а я не буду долго тянуть, погнали! Там впереди я уже вижу какого-то Чикена. Чикен, ты согласен со мной пойти в ту комнату страха? Ну конечно согласен, не вопрос. Ну тогда отлично, пойдем. Это чего, пойдем? Так, ну тут можно немножечко его поисследовать еще хорошенечко. Так, вот кости какие-то лежат. Блин, мне даже стрёмно стало. Блин, еще так темно. Да давайте еще для атмосферы вон ту дверь закроем. Так, ну пока вроде бы тут ничего опасного нету. Ну что-то страшно, я лучше выйду. Так, ну ладно, как хочешь. Так, продолжу изучать я эту комнату страха. Ой, это что, толчикин, прям настоящий. А, блин, как страшно, блин, надо вооружиться срочно. Так, топорики возьму. О, все. Блин, я не думал, что это будет так легко. Ну, комната, в принципе, не страшная. Так, вот эти кости стрёмные. Ну, а толчикина, в принципе, было победить легко.